О, да, расскажи про корпоратив. Что там? Слушай, как что-то для очень старых людей. Ну почему для очень старых людей? У нас молодой коллектив. Ну, кроме девчонки. Владимира Борисовича. Ну да, девчонки и этих продавщики там. Владимир Борисович только отец директора такой под 60. И еще один Валерий Петрович Новый тоже дедушка. Ну, тоже под 60, точнее. Что у вас там, конкурсы-то были какие-нибудь? Ну, такие, типа, застольные конкурсы. Пропой песню одним слогом. Что? Угадай ее возраст. Это как это? Ну, как мяу, на, типа, выбираешь слог там. Мяу-мяу. Да-да-да. И там показывается песня. Он один человек поет, а остальные должны из команды угадать. Ну, там мы поделились на две команды, и в течение всего вечера играли вот в этот конкурсы, и там кто по ванне. Типа одна команда выиграла, кто проиграла, в общем, кто больше не выиграл, тот выиграл. Ну, прикольно. Надеюсь, я первым не буду там участвовать. О, хорошо. Горошек. Ну вот. На этой доске даже можно резать, оказывается. Звучит менее приятно, чем ходить на что-то стоит. Ну там было много вкусного, наверное. Ну да. Мы еще потом 2 дня доедали на работе. А, колбаса ты была всякая. Ну, очень много колбасы. Кто-то купил. Сыр копченый. Не брось, ничего не чесалось. Вкусно. Я перекидываю вон туда. Зачем? Ну так, чтобы ближе к Светке. Ой, морковка вкусная вообще. Я люблю вареную морковку. Я вообще люблю морковку. Она снимает интоксикацию, кстати. Ну да. А то я вечно что-нибудь нажрусь вредного. У меня кот уже такой шарик, он когда лежит на стуле на животе. Ну, да. Он такой распластывается и почти весь стул. Шарообразность. Все живое, говорит, стремится к шарообразности. Но ты его записывай в этот момент, интересно. Я же вам не. Ну, это забавно. Где наш-то шарик? О, кот, ты там не примеривайся, знаю я тебя. Шариком. Ну, у нас нет столько еды, понимаешь, ему. Мы его так сильно не кормим. У нас вот есть еда, но мы вот его кормим. Кошка.